появился Ромащенко вместе с Ахматом. Мне не понравилось, как он сказал про Ташуева, что у него команда не готова. Команда готова, оказалось. Потому что нельзя за 5 дней заново команду реанимировать. Я очень люблю Ромащенко. Мы с ним еще вместе играли в «Спартаке». Я очень уважаю. Но пока это играет команда Ташуева, как ни крути. Пока играет та команда Ташуева, которая набирала очки в конце прошлого сезона, весной, в мае и в апреле. Потому что Мирослав все-таки хочет больше контроля мяча. Но немножко по-другому играла команда. Но пока это полностью команда Ташуева. Да, там они раскрепостились, да, Ташуева нет. Но, тем не менее, это я видел даже, когда они играли в Москве. Когда я слушал подсказы Ромащенко, я сидел прямо на скамейке гостевой. Слышал все его подсказы, собственно говоря, он просил делать совсем другое, нежели то, что делала команда. И при развитии атаки, даже при обороне. Так что пока эта команда Ташуева играет, и состав тоже там ничего не изменилось.